Этим летом в мире отечественного футзала произошло невероятное событие. Сургутянин Артем Ниязов стал первым россиянином, кто отправился покорять чемпионат Испании. Он подписал контракт с командой «El Pozo Murcia» и уже в дебютной встрече оформил дубль. Мне удалось пообщаться не только с Артемом, но и с футбольным сообществом, для того, чтобы понять, насколько этот переход важен не только для Ниязова, но и для всего мини-футбола страны в целом. Артем, начать карьеру в Испании и сразу оформить дубль – это мечта? Ну, конечно, дебют такой получился, можно сказать, идеальный, да, и для меня. Команда выиграла, я забил 2 мяча, и поэтому я был максимально счастлив, так как все-таки я приехал за 4 дня до начала первого матча, поэтому... Даже, если честно, не думал, что буду играть, а по итогу сыграл весь матч, еще смог забить 2 мяча, и команда выиграла. Да, считаю, что это очень отличный дебют получился. Слушай, давай повспоминаем эти голы. Если первый мяч был забит в пустые ворота с добивания, то вот второй, как многие болельщики потом после этого окрестили, был поистине такой ниязовский. Вот давай сделаем акцент вот как раз-таки на втором взятии ворот. Как быстро пришло тебе решение перебросить тот момент вратаря? И это получилось как, случайно или ты так и хотел? Да, конечно, второй мяч получился более-менее красивее, чем первый, но... Да, изначально была комбинация, задуманная, выход из прессинга, и я открылся за спиной защитника. Когда пошла передача верхом, мяч прыгал, скакал, да, и я для себя принял решение заранее уже, что буду перекидывать, понимал, что получится, но надеялся, что вратарь не сможет отбить, и, в принципе, так и получилось. Показал, что буду бить, а сам перебросил вратаря, и получился красивый мяч. Что сказали после этого в раздевалке или во время празднования футболисты? Ну, все поздравили, сказали, что да, красивый, красивый гол, все рады за меня были. Много кто написал поздравлений из России, да, в принципе, много откуда. И все родные смотрели, как бы все переживали. И пока ехал обратно домой с командой на автобусе, вот, наверное, 3 часа отвечал на сообщения. Поэтому был максимально счастлив в этот день. Тебе не впервые играть против испанских клубов, сейчас ты в испанском чемпионате. Вот уже появилось сравнение российского футбола и испанского. В чем отличие? Ну, я не так много времени нахожусь в Испании, только первый месяц прошел, но, конечно, отличия существуют, и могу сказать, что здесь играют 2 по 20, да, раньше в России играли 2 по 25, но сейчас с этого сезона тоже 2 по 20, и такая большая разница в плане того, что здесь большая интенсивность, нужно быстрее принимать решения, и много именно футзала строится на индивидуальных качествах игроков, и поэтому потихоньку привыкаю, стараюсь как можно быстрее адаптироваться. И уже показывать свою хорошую игру. Скажи, а был ли вообще страх перед переездом, когда вот уже непосредственно все решилось, нужно было отправляться в Испанию, боялся или нет? Ну, не то чтобы страх, конечно, было переживание, было волнение от того, что все-таки я переезжаю в другую страну, в другой чемпионат. И хотя я могу сказать, что здесь я играл в очень сильной команде, в КПРФ, и я был максимально счастлив. И мы стали чемпионами в заключительном у меня сезоне, да, в футболке команды. И на этом фоне намного тяжелее покидать команду, когда ты счастлив, когда ты становишься чемпионом, когда у вас отличный коллектив, хороший тренерский штаб.
хороший руководитель, и легче было бы, наверное, проиграть и на фоне негатива покинуть команду, сказать, что все, вот я выполнил свою работу, да, может быть, результат не получился, но я хочу уехать. А говорю, что вот мы стали чемпионами, и намного тяжелее было, но для себя уже несколько лет об этом думал и принял решение, все-таки посоветовавшись с родными, с родителями, с друзьями, что все-таки надо попробовать, первый россиянин, да, в испанском чемпионате. И думаю, что это в целом отличный шаг как для меня, так и для, в целом, для российского футзала. Мы об этом с тобой обязательно сейчас чуть позже более подробно поговорим, но в первую очередь меня, знаешь, интересует языковой барьер. Я смотрел твою пресс-конференцию, первую пресс-конференцию, mm-hmm. которую ты давал уже сразу на испанском языке. Скажи, пожалуйста, я знаю, что была твоя мечта попасть в испанский чемпионат. Ты до переезда уже как-то изучал язык или как готовился вообще? Ну, не могу сказать, что я учил язык. Я так плюс-минус могу понять там португальский язык, да, потому что много лет играл вместе с многими бразильцами в командах, да, в разных, в которых я был, всегда были бразильцы. И ты волей-неволей слушаешь и как бы понимаешь, о чем они разговаривают, что они хотят. И португальский с испанским немного похож, но все-таки отличия есть. И я, когда давал пресс-конференцию, так путался, потому что и все-таки переживаешь, волнение, там мне уже нужно сразу давать какие-то комментарии, и я там смешивал португальский с испанским, ну, видишь, ты оценил, говоришь, что получилось неплохо. В целом мне многие написали, сказали, что ничего себе, ты уже там разговариваешь, хотя я 2 дня был в Испании всего лишь. Поэтому так, как бы сейчас уже на порядок лучше понимать, в принципе, если брать именно там футзал, да, специфику, то я много понимаю. Можно сказать, что большинство понимаю, о чем говорят и что от меня хотят, но сказать, конечно, потруднее. И сейчас я занимаюсь, учу язык и надеюсь, что как можно скорее уже разговаривать и общаться и с партнерами, и с тренерским штабом. А учителя ты брал сам или предоставляет клуб для того, чтобы новички команды, особенно иностранцы, чувствовали себя комфортно? Ну, я, как тебе уже говорил до этого, в команде много бразильцев, и, в принципе, португальский с испанским похож, и ни для кого не предоставляют переводчика, как это делают в России. В России в любой команде, где есть легионеры, всегда присутствует переводчик, потому что без него, я думаю, легионеры вряд ли поедут в Россию. А здесь в команде нету легионеров. Есть один игрок, который играл до этого в Тюмени, это там Бруно Таффи. Он 3 года отыграл и плюс-минус неплохо разговаривает по-русски. Как бы и для него тоже, в принципе, неплохо практика. Он со мной разговаривает на русском. Я так задаю вопросы ему разные, и он мне старается помочь. А в целом здесь никто никому ничего не предоставляет. В принципе, это мое желание заниматься с переводчиком и как можно быстрее адаптироваться в быту и на футбольном поле. Я думаю, что это мне поможет. Ну и вот сейчас, для того, чтобы, так сказать, завершить этот блок, представься, пожалуйста, на испанском языке. Hola, soy Артем Ниязов, soy deportista, jugador футзал, футбол сала и клуб Элпоза Мурсия. И Артем в первых же матчах доказывает твою профпригодность там, в Испании. Уже есть результативные действия. Он забивал в самой первой игре в чемпионате Испании против Бетиса, где, кстати, выступает еще один экс-игрок КПРФ, Лин, игрок сборной Испании в прошлом. Так что Артем Ниязов и вообще российские мастера 5 на 5, они высоко котируются в мире. На них выходят агенты. Неожиданности не было. Я всегда ждал от него хорошей игры. А то, что настолько он хорошо войдет в чемпионат, отметившись в дебютном матче 2 голами, конечно, как бы для меня было, ну, очень приятно, скажем так. И я ему об этом написал, как бы особо не хотел отвлекать.
поздравил и как бы пожелал, чтобы в дальнейшем все продолжалось в том же духе. А тот маленький период, который прошел, несколько туров, показал, что он, приехав туда даже без такой фундаментальной подготовки, в плане подготовки к сезону, Эльпосо давно начала подготовку в августе, и он не смог из-за документов туда поехать. Тем не менее, он сегодня является игроком основного состава, игроком, который влияет на игру, игрок, который структурно правильно подходит вот игровой модели Эльпосо. Это мы видим, вот несколько туров прошло, и ощущение, что как будто он уже там давно. Это не значит, что он уже там себя показал во всей красе, наоборот, это только начало пути. Артем, давай вообще порассуждаем, как ты вообще оказался в команде Эльпосо и почему именно Эльпосо? Как с тобой вышли на связь и о деталях перехода давай поговорим. Ну, несколько лет назад был интерес от других команд испанских. Был интерес и от Интер Мовистара, и от Вальдепенеса. Но как таковой, да, дело до какой-то конкретики не доходило. И сейчас Эльпосо вышел на меня там буквально после Нового года. Мы пообщались, и в итоге они сделали официальное предложение. И тогда уже было понятно, что, скорее всего, я его приму и перееду уже летом в Испанию. И, в принципе, так и получилось. Мы вели переговоры, и уже в июле месяце нужно было подписывать все документы. Я попросил руководство КПРФ, объяснил свою позицию, свою ситуацию, что хочу попробовать свои силы за границей, в частности в Испании, и спасибо им, что они пошли мне навстречу, отпустили меня, и, конечно, они хотели меня удержать, и я в целом тоже рассматривал вариант, чтобы остаться, но все-таки, все взвесив, оценив все, я все-таки принял решение попробовать себя в чемпионате Испании. И руководство КПРФ пошло мне навстречу и отпустили меня бесплатно в другой чемпионат, в другую команду. Но по возвращению я должен свой контракт отработать. То есть, если я правильно понимаю, у тебя, помимо того, что тебя отпустили бесплатно, у тебя сейчас контракт по системе 2+1 в Эльпосо, и если вот эти, условно, 3 года истекают, ты возвращаешься в КПРФ и доигрываешь тот год, который у тебя остался по контракту, да, в Москве. Все правильно. Неважно там. Ну, понятно, что если это через 10 лет произойдет, то это уже будет обсуждаться как-то там в ближайшее время, там, в ближайшие несколько лет это будет возвращение только в КПРФ. Именно год, да, мы договорились на том, что меня отпустили. Как бы у меня хорошие отношения с руководителями клуба, поэтому мы, пожав руки, договорились о том, что все-таки я доработаю, а дальше посмотрим, как будет. Еще 3, наверное, или 4 назад, пересматривая твои все интервью, ты говорил, что хотел бы сыграть в чемпионате Испании. Чемпионат Испании — это сейчас, наверное, лучший чемпионат Европы и, наверное, лучший чемпионат мира по силе игроков и по силе команд. И вот, опираясь вот на эти твои мысли, на эти мечты, мечты материальны? Да, однозначно. Я поставил себе такую цель там несколько лет назад. И были моменты, когда я был близок, был какой-то интерес, но не получалось. В принципе, я не отчаивался, понимал, что рано или поздно будет какая-то конкретика от какого-то клуба. Кто-то заинтересуется все-таки, и это произошло этим летом, поэтому мечты сбываются, да, и я сейчас являюсь игроком испанской команды. Ты стал первым футболистом России, который отправился покорять чемпионат Испании. Скажи, пожалуйста, груз ответственности был? Не испугало тебя это, то, что ты едешь, так скажем, и пишешь новую историю? Однозначно, груз ответственности присутствует за всех, кто в дальнейшем попробует свои силы здесь. И я хотел быть этим первым игроком, и это одна из тоже из таких историй, почему я принял этот вызов, что все-таки первым хочется попробовать.
И понятно, что груз и ответственность, он есть и будет, вне зависимости. Вне зависимости, первый, второй или третий, все равно ты представляешь Россию на сейчас сложившейся ситуации непростой. Ты представляешь российского, да, игрока в зарубежном чемпионате. Спасибо, что и Эльпоса как бы не их это не испугало, никакая ситуация, никакое мое гражданство, да, поэтому все меня приняли максимально тепло и всегда стараются помочь мне. Я был одним из тех людей, да, которому он позвонил, за что я это ценю, что ему было важно узнать мое мнение. Он позвонил, мы поговорили, и я однозначно ему сказал принимать решение, что нужно ехать. Ну вот, я ему объяснил свою позицию, я объяснил ему, что мне видится, что для его дальнейшего роста, для его профессионального роста, как спортсмена и как человека, в первую очередь, конечно, нужно ехать. Конечно, я обрадовался, что он перешел в Эльпосо, такой команды, которая с историей, да, и как бы большие ожидания, что я уверен, я ему перед как улетал, общались, что я уверен, что у него все получится, и он проявит лучшие стороны в этом чемпионате. Такая возможность предоставляется не каждому, и поэтому нужно беречь такие возможности. Он поехал в Испанию, да, рекламировать российский футзал и российских игроков, да. С российским футзалом с ними так считались, то есть всегда, да, то есть российский футзал был таким очень сильным представителем на международной арене. Но он был не, вот именно, что он не был международным таким. То есть он, да, все знали про его силу, но все как-то, он как-то был таким своеобразным, у него было своеобразное место, то есть в этом, да, ну вот, свое, свое. И мы, когда уехали, про нас стали говорить больше, и про российский футзал стали говорить больше. В первую очередь стали говорить больше в позитивном ключе с точки зрения того, что люди, нету грани. Мы как бы размываем вот эту грань, что российские футзалисты, они какие-то там, какие-то, это нету. Сейчас все знают, какие российские футзалисты. Ну вот, поэтому это очень важный момент в международном вот этом общении, да, наверное. Ну, и в дальнейшем, я думаю, это поможет и федерации, и не только, и болельщикам, и всем остальным. Потому что самое главное, что у нас появляется связь между странами, вот, между людьми, вот, это самое важное. Давай поговорим про адаптацию. Вот просто если смотреть на примере Ивана Чешкала, он когда приехал в Бенфику, ему там и Робиньо помогал, ага, который долгие годы играл не только за «Газпром» игру, но и вообще за сборную еще продолжал играть. А вот у тебя вот этот момент переезда и адаптации как проходил? Кто тебя взял, можно сказать, под свое крыло? Ну, если брать в позиции Ивана, то, конечно, ему было на порядок проще, так как он в Робиньо являлся капитаном команды, и как бы все равно он свой авторитет какой-никакой имеет, и в целом как бы он очень хорошо разговаривает по-русски и все понимает, и в этом плане было ему попроще. В моей ситуации это потяжелее, у нас в команде один игрок, который более-менее разговаривает, все-таки он 3 года был, не сказать, что он очень хорошо говорит, но более-менее понимает, и в целом вот как бы он мне больше всего помогает. Да и в целом ребята в команде, там плюс-минус 3 человека, 4, которые прям я с кем плотно общаюсь, помогают, всегда поддерживают. В целом такой как бы позитивный настрой, я могу сказать, что из-за этого и адаптация проходит на порядок легче, да, потому что когда в команде хорошие отношения, все с друг другом общаются, стараются помочь, это пошутить, там, это на порядок облегчает время адаптации. И я думаю, что в моем случае плюс-минус адаптация прошла нормально, отлично, я бы даже сказал. Вы с Иваном друзья, это, ну, такой небезызвестный факт. Вот скажи, перед тем, как переезжать в Эльпосо, ты советовался с Иваном, и что он тебе сказал? Да, мы близкие друзья, общаемся, и
с ним созванивались перед тем, как принять решение. Да, не могу сказать, что советовались, но его мнение тоже хотел услышать. И он поддержал, говорил, что надо ехать. И, в принципе, я тоже был такого же мнения. Обсудили какие-то моменты. Говорит, что легко точно не будет. Ну, и я это сам понимаю, что легко не будет. И так поговорили, что нужно терпеть, преодолевать все трудности, которые будут. И потихоньку придет время, когда уже адаптируешься в быту, в игре, в тренировках, и уже станет намного легче. Если я правильно помню, то ты, по примеру Ивана, начал работать с индивидуальным физиотренером. Скажи, это... Он, по моему примеру, начал работать. А, даже так? Да. Расскажи, пожалуйста, подробнее на этот счет тогда. Ну, я начал заниматься с тренером, со своим, с Максимом Нагибиным. Он мой тоже близкий друг и тренер по физподготовке. И я принял решение 5 лет назад начать заниматься с ним. И потом у меня Иван тоже спрашивал про это. Он немного позанимался, но и его что-то не устроило. Не знаю почему, конечно. Может быть, ну, это его какие-то моменты. Они немного позанимались, и он принял решение заниматься с другим тренером. Это нормально. И мы каждый выбираем то, что нам нравится. И после этого он тоже начал заниматься индивидуально со своим уже тренером. Насколько это тебе сейчас помогло спрогрессировать, работа с индивидуальным тренером? Да, в целом, я считаю, рано или поздно каждый спортсмен профессиональный к этому придет, потому что нужно следить за своим организмом, за своим телом, нужно всегда быть готовым физически, так как нагрузка ложится колоссальная, и это однозначно помогает, и всегда в тонусе. Слава богу, у меня не было каких-то травм серьезных. Всегда, конечно, по мелочи, да, грубо говоря, там какие-то микротравмы, всегда они в спорте присутствуют, но таких глобальных не было, и это благодаря моему тренеру, благодаря работе с ним. Сейчас как-то поддерживаете связь, или ты уже перешел на самостоятельную работу? Связь поддерживаем, но вот этот месяц был такой непростой в плане адаптации всего быта в Испании, квартиры, тренировок, и я не проходил предсезонную подготовку, именно полноценную с командой, поэтому немного тяжело было. А сейчас думаю, что по возвращению уже в Испанию продолжу заниматься онлайн. Очень интеллектуальный игрок. Значит, мало того, что он обладает всеми техническими навыками, он хорошо приспособлен к комбинационной игре. Он хорош как и в начале развития атаки, так и в завершении. То есть такой универсал, очень хороший универсал высокого уровня. Игрок, который является универсалом, игрок, который очень хорошо читает игру, и с его физическими возможностями, это прежде всего скоростные его возможности, ему позволяют успевать в оборонительных действиях вести единоборство, тем самым выигрывать эти единоборства и быть полезным и в защите. Мне кажется, что именно испанская лига лучше и больше всего подходит Артему, потому что это игра в системе 4-0. Не так часто в испанской лиге подключаются вратари к атакам. То, что мы видим в той же Португалии, Бразилии, то, что мы видим сейчас в Суперлиге с приходом в Ухту Гиты, и наблюдаем в других коллективах. В Испании это в основном 4-4-0 такая система. Даже в тех командах, где играют столбы, центральные нападающие, все равно это динамика, это интенсивность, минимум пауз и такой комбинационный интеллектуальный футзал, то, во что играет Артем. Поэтому он уже постепенно находит связи со своими новыми партнерами, отмечается не только забитыми мячами, но и голевыми передачами. В любом случае, Артем характеризуется как атакующий игрок, который обладает, наверное, теми технико-тактическими навыками, то, что называется дриблинг, технический арсенал в качестве передачи, короткие, длинные, средние передачи,
Он очень любит играть вертикально, то есть он очень много это делает и делает качественно в процентном соотношении. Потом, ну, завершающая фаза тоже, да, то есть процент попадания, например, в завершающей фазе тоже очень высокий. Он не такой прямо бомбардир, который он больше, мне кажется, получает удовольствие от того, что он снабжает партнеров. Профессионал был большой и еще командный игрок. Он не индивидуалист. Он всегда на первом месте ставит командные успехи. Давай уже про Испанию говорить. Что тебя в первую очередь удивило в Испании? В первую очередь меня удивил климат, да, потому что там из 360 дней в году 320 дней солнечных, там постоянно тепло, хорошая погода, хорошее настроение. Вижу уже за этот месяц, что Испания такая страна, где люди никуда не спешат, не торопятся. Они живут в свое удовольствие, отдыхают, проводят время с семьей, ходят в рестораны. Ну, то есть такой именно умеренный темп такой жизни, да, и мне он, в принципе, подходит и мне нравится. Вот в Мурсии не самый простой климат. Вот ты как раз только что тоже упомянул. Из-за того, что там нехватка воздуха, многие называют раскаленной сковородой в этот город. Вот скажи, за вот этот месяц, который ты там был, ты сумел вот почувствовать вот эту всю тягость жары? Ну, не могу сказать, что я прям почувствовал, потому что я уже приехал к концу августа, и как таковой прям жары, когда в июле месяце там по 45 градусов, я ее не застал, но 35-37 градусов в дневное время есть такое, и тяжело, да, понятно, что пешком там где-то гулять, ходить, что-то смотреть не очень приятно, и в целом люди там в это время дня, когда жарко, они не проводят время на улице, они где-то в помещении либо отдыхают, либо работают, либо в ресторанах, всегда в помещении, потому что есть кондиционеры, а так гулять не очень приятно в такую погоду. В связи с этим тренировки проходят когда, в вечернее время или же наоборот в утреннее? Ну вот за этот месяц по-разному было. И были утренние тренировки в 9:30 утра, и есть дневные тренировки по два раза в день, там пол пятого вечера. И такой какой-то системности, что только в это время тренировок пока нету. И в целом мне лучше, чтобы тренировки утром были, так как я хожу пешком и такой жары нету. В принципе, нормально дойти там 20 минут до зала, пешочком прогуляться и обратно. И, ну, в целом нормально. Как бы я люблю погулять, посмотреть. Хотя для испанцев считается, что 20 минут пешком, ну, это ты, значит, сумасшедший, если ты 20 минут пешком ходишь до тренировки. Что вот приглянулось больше всего вот за время путешествия? Что из мест, из достопримечательностей, может, понравилось больше? Из достопримечательностей я прям так никуда не ходил, если честно. Мы были всей командой в кафедральном соборе, так как было командное мероприятие, так красивое место. И считается как историческое в Мурсии. И я вот единственное там был. Так я живу в центре, так гуляю именно такие, чтобы какие-то места посетить, так еще не успел. Все-таки месяц прошел не так много, и много адаптационных каких-то периодов. У меня там быт, квартиры, тренировки. Я уже приехал во время, когда у нас начался чемпионат, по две тренировки, выезды, игры. Нету времени пока погулять, что-то посмотреть, но обязательно это сделаю. Потому что все равно нужно знать историю там, где ты живешь. Скажи, ты сейчас по туристической визе живешь, и как в дальнейшем история будет развиваться? Да, я заехал в страну по туристической визе, документы ждал вот один месяц. Сейчас период того, что я по приезду, скорее всего, должен буду пойти в полицию, сдать отпечатки и ждать документа уже, как это называется, карта, не Е-карта, ну, грубо говоря, это вид на жительство, резиденция государства, и
так как я работаю в этой стране, мне нужен этот документ для того, чтобы жить комфортно там и чтобы не было никаких проблем. Надеюсь, что это я смогу быстро получить, потому что есть такие примеры, что и по несколько лет, и по полгода, и кому-то за месяц ее дают, кто-то год ее ждет, кто-то полгода. Надеюсь, что я все-таки смогу быстро ее получить, потому что без время, точнее время, когда ты сдаешь отпечатки и ждешь этот документ, ты не можешь покидать страну. Mm-hmm. Поэтому не очень. Хотелось бы как можно быстрее получить, чтобы была возможность все-таки куда-то съездить, посмотреть или также вернуться домой или приехать в сборную России. Вот с этими, так скажем, с бюрократическими вопросами, с бумажками, с оформлениями, помогает команда, и в том числе со снятием квартиры? Или это ты все равно где-то должен сам с помощью агента все это решать? Ну, это в целом в совокупности, и команда помогает, и в основном документами, конечно, команда занимается. А так, да, в команде есть координатор, который раньше играл в клубе, вообще является легендой нашего вида спорта, бразилец Винисиус. Он мне там, я первое время, когда приехал, у него остановился, жил у него, он мне помогал, рассказывал обо всем. И он в целом вот помогал мне с квартирой. Сейчас с документами помогает клуб. Так я, в принципе, ничем не занимаюсь, так как я особо ничего не понимаю там. И от меня уже нужно будет только мое присутствие при подаче документов. Позиция стала правильной в плане вызова как спортсмена. Почему? Потому что, знаете, это что-то новое. Это то, что хочется попробовать. Сильный чемпионат испанский, очень сильные игроки в разных командах. Чемпионат, который очень хорошо освещается, очень хорошо рекламируется, да, то есть это такой продукт очень качественный, это испанская лига, и здесь он хочет он себя показать, и это же он тем самым показывает лицо российского футзала, правильно, то есть он, приняв это решение, он тем самым взял на себя еще одну ответственность, что он теперь первый игрок, который появился в чемпионате Испании, да, в лиге, и тем самым вот через него опять будут оценивать российский футзал. Я очень рад, что все пошли навстречу его желанию, которое у него было. Это не просто было, чтобы его клуб КПРФ вот так легко расстался с лидером команды. И это дорого стоит, что клуб пошел навстречу, и он попал действительно в один из сильнейших клубов Испании, Европы, который переживает за последние несколько лет, наверное, не лучшие времена в плане завоевания титулов и так далее. Но этот клуб, который имеет очень большую структуру, большие возможности, и как раз в этом контексте появление Артема означает, что они переобновляются, перезагружаются и делают команду на будущее, которая опять будет 100%. Уже в этом сезоне она будет бороться за титулы. Ну и отдельное спасибо тем, кто подпитывал его Сургуту родному, куда он очень часто возвращается, и тоже отдает должное, проводит мастер-классы, учит детишек футзальному, спортивному мастерству. Сургут тоже непосредственное участие принял в этом трансфере, в этом переходе, в системной истории отъезду из России в Испанию, и теперь Артем Ниязов там, в Испании, в испанской премьере, представляет наш отечественный футзал, и это супер история. Ты уехал из Сургута достаточно рано, то есть тебе еще было там 14-15 лет. 14 лет. Вот. И практически большую часть времени прожил в Москве. Москва — это примерно 3-3,5 часа лета, и ты в Сургуте. Угу. Сейчас насколько усложнился твой маршрут для того, чтобы из Мурсии попасть в Сургут? Насколько вот этот переезд сейчас сложный? Ну вот сейчас я нахожусь в Сургуте, и чтобы из Мурсии добраться в Сургут, мне потребовалось, буквально, наверное, 20 часов. Это был перелет из Аликанте до Барселоны, из Барселоны до Стамбула, со Стамбула до Москвы, и с Москвы уже в Сургут.
В принципе, когда это дорога домой, то тебе без разницы, сколько это времени будет. Я не могу сказать, что она какая-то тяжелая получилась для меня. В целом нормально, так как я ехал в Россию, смог доехать до дома, до Сургута, увидеть родителей, друзей, родных. И сейчас я возвращаюсь в Москву, и у нас, нам предстоит подготовка к играм за сборную России. Находясь в другой стране, тоска по дому, по родителям усиливается? Да, однозначно, когда ты переезжаешь в новую страну, все равно есть какое-то время, когда ты тоскуешь, скучаешь. Да и я в целом, когда жил в Москве, также, в принципе, скучал. Просто ты понимаешь, что ты здесь всего 3 часа на самолете, и ты дома. Но, тем не менее, я выбрал такой путь, и я понимал, что такие трудности будут, и с ними нужно справляться, поэтому ничего страшного. К этому тоже привыкну. Связь с родными. Поддерживают, что говорят, как часто созваниваетесь? Да, в целом созваниваемся каждый день, поддерживают, все поддерживают, все переживают за меня. Понятно, что в другой стране не просто, как бы постоянно спрашивают, как, что, как быт, как тренировки, что нового. И так в целом есть много времени поговорить, обсудить что-то, рассказать, показать. Там, пока я иду на тренировку, могу поговорить по телефону с родителями, включаю камеру, там показываю, рассказываю, что где рядом находится, поэтому и дорога до тренировки быстро пролетает. Почему соскучился больше всего? Может быть, из еды? Ну, по еде однозначно соскучился. Хотя не могу сказать, что она прям как-то отличается. Там в целом все можно найти. Но хочется, да. Нету, кстати, у них, не могу сказать, что есть суп, наверное. У них холодные супы, потому что там всегда жарко, и если они еще будут горячий суп есть, я думаю, что там очень тяжело будет. Поэтому так вот суп покушать, наверное. Да много почему соскучился, так даже сходу тяжело сказать. В целом всего не хватает. Это было его желание, как бы такая мечта поиграть в чемпионате Испании, поэтому как бы... Но он уже взрослый, и как бы я только могу поддерживать все его желания, начинания, мечты. Я как бы сразу ему сказал, что это твоя мечта. Я думаю, что нужно попробовать. Мы все за, всей семьей поддерживаем тебя, поэтому как бы у тебя все получится. Ты один из лучших игроков в России. Каждый день созваниваемся, даже бывает 2 раза в день, поэтому... Как бы нормально, как будто бы он не в Испании, а где-то здесь, в Москве, например, как он как бы жил в Москве, вот. Здесь тоже мы разговаривали, и вот он мне видео скинул, что какой-то вот праздник у них, карнавал какой-то проходит. Это вот он, я так понял, вечером с магазина идет, где откуда-то вот они там празднуют. Вот, каких-то вот тут костюмах различных. Получается, забил 2 гола. Ну, какая, конечно, мы очень рады были, вообще очень. Как бы и там совсем немножечко другой футбол, мне кажется, что вот он там более такой быстрый такой, что ли. Вот, поэтому очень интересно смотреть. И как бы мы всегда за его матчами следим и всегда рады. Вот, он же как бы, даже если он не забивает, то обязательно он какую-то голевую передачу даст. Это вот как раз его первый тренер, как она у нас висит. Да, это у нас сборная команда «Нефтяник», получается, вот Артем под своим вот он еще 10-м тут. Номером. Да. Одна из тоже очень серьезных медалей – это Кубок УЕФА. Ага. Это он в составе «Газпром Югры» заняли они первое место. Это ему лучшего игрока дали. Это в сезоне, когда они впервые стали чемпионами России в составе КПРФ. Вот так, ага. И он в этом сезоне как раз стал лучшим игроком.
И в этом же сезоне вошел в десятку лучших в мире футзалистов. Состав, вот мы сейчас смотрим стартовую четверку: Асадов, Чешкало, Панкратов и Ниязов. Отличный заброс. Блин. Да что? Ничего себе. Блин. Вообще, Артём. 10 секунд сборной России, конечно. Блин. 20 явно. И вот штанги все, ну, родные белорусские. Она очень креативный футболист. Смотрите, передача. Идеальная от Ниязова. Артём Прудников, ты, Янар. Все в темп, ну, красота мини-футбола в исполнении сборной России. Артём, какая самая памятная медаль в твоей карьере? Самая памятная? Ну, одну тяжело назвать. Могу сказать, что, наверное, чемпионство с КПРФ. Это такие приятные моменты. Победа в Лиге чемпионов с «Газпромом» однозначно. Серебряные медали с чемпионата мира и с чемпионата Европы за сборную России. Хотя они, наверное, и самые такие тяжелые, потому что проигрывать в финале, когда тебе остается вот один шаг немножко, и ты станешь чемпионом мира или чемпионом Европы, и когда тебе этого не хватает, но все же это опыт. И это, считаю, что тоже отличное достижение — быть вице-чемпионом мира и Европы. Бронза с КПРФ в Лиге чемпионов. Это такая, наверное, тяжелая Лига чемпионов, потому что пандемийный год, не было болельщиков, мы играли при пустых трибунах, хотя такой турнир, как там финал четырех Лиги чемпионов, но он должен играться при поддержке, при полных трибунах. Да, при полных трибунах, при болельщиков одной и другой команды. Но таковы реалии были. И тоже не просто было проигрывать полуфинале, хотя тоже были очень близки к финалу, и там в финале уже была бы совсем другая история. А так, я говорю, что одну какую-то медаль тяжело выбрать. Вот я бы сейчас, наверное, заострил внимание на достижениях национальных. И вот сейчас понятно, что время непростое, международных турниров нет, но тем не менее сейчас вы все получили вызов в национальную команду на товарищеские игры. Скажи, вот отсутствие международных турниров не утрачивает ли мотивацию за сборную ездить, играть и вообще на сборы приезжать? Да нет, конечно. Играть за сборную, я думаю, каждый из нас, когда был мальчишкой, мечтал надеть футболку сборной. Неважно, что сейчас нету турниров, хотя, конечно, хочется играть на чемпионате мира и Европы. Сейчас у нас очень сильная команда. Я считаю, что и возраст игроков подходит. Все ребята опытные, поиграли. Есть опыт международных игр, и в частности за клуб, и за сборную. И думаю, что сейчас мы бы... И появился новый тренерский штаб, очень сильный. Думаю, что сейчас мы могли бы претендовать на золотые медали и чемпионата мира, и Европы. Но сейчас тяжелая ситуация в мире, поэтому Россию не допускают до соревнований. И рано или поздно это закончится. И надеюсь, что как можно быстрее, и мы сможем уже показывать свою игру на международных турнирах. Ты многократно попадал в, так скажем, в шорт-лист лучших игроков Европы, лучших игроков мира. Скажи, насколько вот внимание со стороны других стран, так сказать, подстегивает тебя становиться лучше с каждым днем? Если честно, я прям никак не обращаю на такое внимание. Сегодня ты там попал в список, завтра тебя уже там нету. И не знаю, по каким критериям туда отбираются, там... Бывают игроки, которые на самом деле заслуживают быть там в топе, а на самом деле их вообще там нет в списке, поэтому как-то я, если честно, не придаю большого значения таким рейтингам. А так однозначно это приятно, когда тебя оценивают, и ты где-то среди лучших игроков мира.
но думаю, что это никак не влияет на мое отношение. Я сосредоточен и продолжаю работать и становиться с каждым днем лучше. По сути, должен быть лидером. Лидером. Он даже, мне кажется, когда он дебютировал в сборной, сразу же он себя показал со стороны игрока, который независимо от возраста, от опыта и количества игр в сборной, он уже пытался быть звеном, который берет на себя ответственность. Он не боялся никогда этого делать, но он это делал правильно, можно сказать, грубо говоря, дозированно. Тогда, когда он начал, он очень много играл на партнеров. Он правильные решения принимал, коллективные, командные. Поэтому через вот такие действия он обретал себя, он вселял уверенность. И с каждым разом мы видели, что этот игрок в будущем станет однозначно лидером сборной. Артем Ниязов в этом смысле, он сумеет протоптать эту дорожку для уже дальнейшего внедрения наших игроков туда, в Испанию. Это и культурный обмен, это и обмен знаниями чисто футзальными. Невероятная история, которая сработает только в плюс при всех существующих дополнительных моментах. Наверное, мы понимаем, о чем речь. О том, что сборная России сейчас не может принимать участие в международных соревнованиях. И все это, конечно, бьет и по интересу, наверное, к Суперлиге, к нашей и к другим вопросам, касающимся российского футзала. Но такие переплетения, то, что наши игроки высоко котируются и дают результат в Португалии, Чишкала и Соколов, в Бенфике и в Спортинге, и теперь появился Ниязов в Эльпоса Мурси, это, конечно, работает на всю эту вот мельницу, на весь этот механизм, что люди, хочешь не хочешь, они заинтересуются и российской суперлигой, и они будут смотреть наш чемпионат. Ну и в конце короткий блиц. Ты начинал, можно сказать, профессиональную карьеру с 14 номера, сейчас начал международную, так скажем, карьеру с 14 номера. Закономерность игры чисел? Да нету никакой закономерности, просто не было 10 номера свободного, под которым я привык играть. Выбрал 14, потому что я играл до этого в «Газпроме» под этим номером. Мы выигрывали Кубок России, Лигу чемпионов. И так символично, думаю, надеюсь, что и в этом сезоне сможем добиться хороших результатов и завоевать трофей. С кем бы из футболистов мечтал бы сыграть, неважно, действующий это игрок или уже завершивший карьеру? Футболистов большого футбола? Мини-футбола. Мини-футбола. Так, сходу, не знаю даже с кем. Если брать из поколения, наверное, ну, в одной команде хотел бы сыграть, наверное, с бразильским Фалькао. И он является, наверное, является таким символом, наверное, современного футзала. Считается, наверное, лучшим игроком сейчас действующим там 21 века, так как 20 века являлся Константин Еременко, великий российский футзалист. Думаю, что вот с ним. Ну, а из большого футбола? Из большого. Ну, вообще, в моем детстве кумиром был Роналдо, феномен, зубастик. И я думаю, что, ну, понятно, сыграть с ним это из какой-то фантастики, а так вот я могу сказать, что из-за него я, наверное, полюбил футбол. Твой любимый финт? Финт. Да, если честно, не финтер такой. Поэтому так качнуть, убрать в сторону, так, чтобы какие-то финты, я так не дриблер. Самый любимый гол, который, ну или гол, который приходит сразу первый на памяти, забитый тобой? Ну, однозначно, это гол на чемпионате Европы в ворота сборной Украины, так как он и был признан лучшим голом чемпионата Европы. Думаю, что это один из самых красивых мячей, наверное, самый красивый в моей карьере. И очень важный был в полуфинале чемпионата Европы забить победный гол. Есть ли то, чего ты боишься? И если боишься, то чего боишься? Ну, из таких глобальных, наверное, так не буду как-то озвучивать, но в целом боюсь, наверное, если сегодня завершу карьеру спортсмена. Так люблю, тренируюсь каждый день, занимаюсь, это меня вдохновляет, и постараюсь как можно дальше оттянуть
завершения карьеры. Ну и отсюда сразу вытекает финальный вопрос. Артем Ниязов через 10 лет. Каким ты себя видишь? Через 10 лет надеюсь, что еще буду играть, доигрывать уже, так сказать. Думаю, что все-таки тренером пока не могу сказать, что хочу быть тренером, но думаю, что все, за 10 лет многое может поменяться. Думаю, если я стану, у меня это получится 100%. Я буду хорошим тренером. Только не детским. С детьми работать очень тяжело. Если я себя вспомню маленького, я с таким, как я, наверное, очень трудно работать. Артем, спасибо тебе большое, что согласился на это интервью. Безумно рада тебя видеть. Спасибо вам взаимно. Я всегда счастлив пообщаться. Надеюсь, скоро увидимся.